Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие осложнения могут быть после вазерлипосакции и что можете про нее сказать, все за и против, в отличие от обычной? Осложнения могут быть ровно все те же, как при обычной липосакции. Нагноение, осложнение, серомы, бугристости, вплоть до невритов и так далее, и так далее. Флегмоны, абсцессы. Риск осложнений, он достаточно широкий. Это огромное количество, несколько сотен риск. Но этот риск нужно сводить к нулю выбором правильного метода, правильных рук, с умом, обследованием и так далее. То есть многое зависит, безусловно, от врача и от пациента, который прислушивается к рекомендациям доктора. Непосредственно, что это вазерлипосакция или любая другая, это не принципиально. Сам факт – травматизация подкожировой клетчатки. То есть все зависит от рук. Это все равно, что сказать, насколько опасно скальпелем делать операцию. То есть в любом случае делается скальпелем, но многое зависит от той руки, которая держит скальпель. Многое, но не все.